Эйден, откуда столько грубости? Радуйся, что жив. Мы же были друзья, тебе не узнать. Заделался крутым хакером. Даже слышал. Мстителем стал? Кто-то ляпнул про второго хакера в Мерлос. Но мы и так знали, что там кто-то был. Что тебе известно? А, любопытно, да? Что ж, встретимся, обсудим. Говори, о встрече подумаю. Не-не, условия диктую я. Да и последняя беседа не задалась. А буду рад встрече. Не томи. Ну ладно. Так, где он? Перемещаемся. В пространстве и времени. Так, ну сейчас быстренько. Совершаю аварию. Есть. Кто выйдет из машины? Кто-нибудь выйдет из машины? Выходите хоть кто-нибудь. О, молодец. О, вау. Какой взрыв. Взламывай все подряд. Вас, ребят, не используйте никогда телефон на улице. Иначе вас тоже какой-нибудь придурок взломает. Упс, я кого случайно убил. Надо торопиться. Дэмиан слишком гордый. Это полезно. Разведу его на ИФУ. Часть вторая, держись, малыш. И свалю. Иначе все. Встряну по уши. Встретитесь с Дэмианом в галерее. Лучше тебе этого не знать. Сам найду всю инфу. Хрен с тобой, золотая рыбка. От тебя одни проблемы. Пока-пока. Сдаешься, Эйда? Не хочешь угадать, где я? Давай пришлю подсказку. Найди телек, увидишь. Дом Ники, что ты задумал? Приезжай быстрее, Лапуля. Сестренке нужна помощь. Дэмиан! Доберитесь до дома Ники. Ну, сейчас будем добираться. Да, парень. Но я не могу упустить эту возможность повзламывать окружающих. Устроить устройство. Blackout. Все вырубило. О, поехали на синей машинке. Так. Как до него ехать? Где он? Он вот здесь. О, мы можем... А, мы не можем переместиться. Во время миссии перемещения недоступны. Вау, что это было? Парень. Вот урод, знает, что я дорожу своей семьей. Зачем ему Ники? Убивать не станет. Скорее я его грохну, и он в курсе. Брэкс хочет, чтобы я сдался. Брэкс. Стал работать на него. Помог найти тех, кто нас нагрел. К черту. Покончу с этим. Ай. Извини. Не хотел. Держись там, я скоро. Вот мы достигли места. Всего 6 лет. Грустно. Где они? И ради чего? Все впустую. Знаешь, очень странно, когда кто-то вроде тебя окружает себя кучей хрупких.
вещей. Ты слабеешь. Где? Ну не, так не пойдет. Лучше тебе ответить. Да. Эйден! Ники, где ты? Ники! Включи мозг. Лишний шаг, и она труп. Пойми, я сам не хотел. Ну, так уж получилось. Послушай бы, послушал бы меня, все было бы в порядке. Скажи мне, где они? Они? Там только Ники. Мальчишка. Черт знает, где он. Да, вот что ты сделаешь. Тут засветился Харт. Помнишь про второго хакера? След приведет к его компу. Найди и узнаешь, кто натравил его на нас. А если честно? Вопросы задаю я. Притащи мне Харт и точка. Это будет плата за Ники. И давай без глупостей, Эйден. Держи меня в курсе. Тогда сможешь говорить... Сестрой, ты мне, я тебе. Это я тебя припомню. Да-да, не зарывайся. Я запросто ее убью, если что. До связи, партнер. Вот он, сволочь. Где же Джекс? Дэймин его не нашел. Может, планшет при нем? Нашел, в подземке. Черт, его преследует. Сейчас доберемся. Вовремя не успею. Хакну поезд, тогда Джексон сможет от них скрыться. Ничего не происходит. Ладно. Бывает. Покупайте авто в приложении «Машина по требованию». Их доставляют в любую точку. Приложение недоступно, если вы выполняете задание. Ну, что ж, печаль. Во. Вовремя не успею. Хакну поезд. Тогда Джексон сможет от них скрыться. Та-дам. А вот и Джексон. Проверь каждый вагон. Он где-то тут. Так, выиграл время. Теперь на станцию. Держись, малыш. Поезд уходит, блин. Так, на следующую станцию. Живо, живо. На, сука. Вау, вау, вау. Враги преследуют нас. Так, так, так. Едем, едем, держимся. Уничтожьте остальных устранителей. Вот, давай, давай, сейчас прям. Как рванет. Но! Фак. Вау. Как он четко на шипу. Тихо, тихо, тихо. Никто не задел. Сесть на поезд. Сейчас сядем. Ай, извиняюсь.
Я дико извиняюсь. Джекс, не бойся, тише, я с тобой. Послушай, это важно. Те люди что-нибудь говорили? Ответь мне, Джекс. Ладно, найдем твою маму. Ну же. Доктор Мендес слушает. Алло, Эоланда, это Эйден Пирс, брат Ники. Что-то случилось? С вами можно будет встретиться? Мы с Джексом уже в поезде. Так, знаете, где надо выходить? Да-да. Ничего не бойся, ладно? Риси. Они это сказали? Понятно, Джекс, супер. Привет, здравствуй, милый. Скажите, в чем дело? Где Ники? Тяжелый период. Она решила выбросить вещи Лены. Думаю, она наконец прощается. И как она? Плохо. Пусть позвонит. Она попросила меня. Вы сможете пару дней присмотреть за Джексом? Мы заплатим. Конечно. Сделаю, что смогу. Отлично, спасибо. Нике нужно время. Переболеть, так сказать. Сложно, но мы справимся, да? Идем, милый. Побезобразничаем с тобой. Идем. Пока. See you soon. Увидимся. Ладно, вот так. Как мы умело зашли в поезд. Никто тут не умеет, а мы умеем. Чем все просто на время открыто? Никаких телефонных звонков. Как неинтересно. А, вот давай посерим. Выходим. Оп. Да, мы умеем на ходу выходить из поезда.